Чувствуешь, как давит на мозг жидкость? Ой! Это мой труд вливается в труд моей республики. Когда Господь хочет наказать человека, говорили древние, а он исполняет его желание. Вот для меня, конечно, это и радость, и волнение, и совершенно неожиданность. Я честно могу теперь сказать, что я не очень верил, что мы все соберем эти невероятные деньги на кино, собрали. И совершенно замечательно, что это не просто нашедшийся какой-то там олигарх неместный, который не побоялся, да, потому что местные боятся. А замечательно, что это люди, как в том анекдоте, из публики. Вот это в прямом смысле публика. Вот это замечательно, что 2400 сколько-то там человек уже публики. Это просто невероятно. Это сколько-то аншлагов уже театральных? Ну, три. Считай, что три больших. Если это театр Вахтангова. Если это театр Вахтангова, то это три театра, забитых театра Вахтангова, уже три аншлага. Это кто сделал такую? Сережа Якунин, конечно. Даша каждый день толкала этот проект, толкала нас с Мирзоевым. Мы же одно там дело пьесу написать или там спектакль поставить, а другое дело вот заниматься вот... По-настоящему вот, поработать. Поработать. Вот. Это я, собственно, и называю эффективным менеджментом. По мизансцене это как битва экстрасенсов. Мы сидим друг напротив друга. Подписываем. Рука бойца колоть устала. Вот. Они, книги подписаны, рисунки подписаны. Все, что мы подписывали, и мое, и Мирзоевское, и картинки, и книги, и аудиокассеты, все это сейчас поедет к вам. А мы пока приступаем, собственно говоря, к работе над телеспектаклем. Или киноспектаклем. Как это будет? Нет, телекино. Да, можно называть. Телекинезом будем, в общем, заниматься. Не хватит сил. Закончен труд, завещанный от Бога мне грешному. Вообще так все должно работать в этом мире. Правильно? Это было самое приятное время для всей планеты, я вам скажу честно. Ставьте на нас, не пожалеете. Ура. Ура. Ура! Правильно, врачи говорят, двигаться-то надо, гипотония. В смысле, это самое. Гиподинамия.